Всем привет! Хочу рассказать, как в средние века, а именно лет 7-10 назад, осуществлялась передача документов в различные организации и между организациями. Тогда не все организации имели интернет, но практически все организации имели факс. И они готовы были радостно принимать документы по факсу. В те времена люди выходили в интернет с помощью, ну, на самом деле, наверное, больше 10 лет назад, с помощью вот таких вот модемов. Они же позволяли передавать данные по факсу. И для этого использовалась программа Ventofax. Передача данных, ну, допустим, вы отсканировали дома своим сканером какой-то документ. У меня есть подготовленный такой вот документ, передавался. И говорилось передача с набором номера. Факс, была заправлена бумага, шел предварительный созвон с женщиной на том конце факса. Она ей говорила, что сейчас я вам передам документ. И она заправляла бумагу и готовила факс к приему. После этого мы говорили передать факс с набором номера. Шел набор номера подходящего факса. И шла передача данных. Я могу честно сказать, что прежде чем вот это все осуществить, я уже несколько раз пытался передать, и у меня на самом деле всегда получалось. Я вам честно скажу, что это могло и в реальной жизни проходить десятки раз, и факс так и не был бы передан. Итак, документ у нас пошел здесь. Я надеюсь, что он документ пойдет с этой стороны. Но не обязательно это произойдет. Что ему не нравится? Входящая страница 1. Будем надеяться, что все-таки все произойдет как надо. Ну, скорее всего, нет. Я потому что знаю этот факс, он очень капризный, и он очень почему-то плохо принимает документы. Да? Документ он все-таки не принял, подлец такой. То есть он, конечно, что-то принял, какой-то кусочек, но не отпечатал. Я честно скажу, что сегодня еще не удалось добиться того, чтобы он это корректно его принял. Но, допустим, организация решила вам отправить какой-то документ. Вот у меня есть документ, и у нас есть программа. Эта организация, ну, не знаю, суд, берет этот документ, закладывает и набирает ваш номер. В данном случае 101. 102. Прошу прощения. У вас звонит модем. Вот приходит вызов. И мы говорим старт. Да-да-да, старт. Знакомые звуки. И здесь тоже нажимаем старт, о том, что пора передавать. Соединение. Пошло. Ура. Определение скорости обмена. И вот у нас бумага с нашим сообщением оттуда уезжает. И сюда приезжает. Ура! Сейчас завершится соединение. Да, готов к разъединению. Все, сейчас. Он сам разъединится. Он на самом деле, не знаю, помочь. Да. И вот у нас сохранился этот документ. Найдите, как говорится, 10 отличий.
Как бы это ужасно не выглядело, как вы видите, даже сейчас возникли проблемы, этим реально пользовались, и это был единственный шанс отправить документы удаленно, при всей его убогости. И я очень счастлив, что эти времена канули в лето. Всем спасибо за внимание.